Добро пожаловать на наш YouTube канал Hardrest Info. В данном видео я вам расскажу, как настроить дату и время на устройстве Infinix Note 40 Pro Plus. Для этого зайдем в меню приложения и выберем приложение настройки. После этого прокручиваем вниз, нажмем на пункт «Система» и нажмем на «Дата и время». Тут уже у нас есть некоторые настройки. Можем выключить автоматическую установку времени. Я ее ставлю, использую настройку из локали. Можем поменять время на 12-часовой формат. И также можем поставить автоматическое определение. Можем также ввести двойные часы. Для этого нажмем на пункт «Системные двойные часы», нажмем «Добавить» и нажмем, например, «Далматы». Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч!